Так, это пиццерия FNAF 3. Давайте перед тем, как взрывать, мы зайдем в нее вовнутрь. А, ну уже поздно. Ха-ха-ха, ну нормально, мне нравится. Ой-ой-ой, сейчас упаду в яму. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Робби, Виктор Кошак и очень много классных подписчиков и подписчиц. Скажите классные слова. Всем привет! Всем привет! Димас, привет! Мы сделали голосование в нашем YouTube-канале ВКонтакте, и 85% проголосовало, чтобы мы записали Майнкрафт. Мы записываем его не просто, мы записываем с шейдерами, разными классными текстурами. Вы сами видите, как все очень круто смотрится. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайк на канал Димас ТВ и подпишитесь. Это уже подписчик сделал классные постройки. Если тебе не кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. У нас пиццерия FNAF 1. Будем ее изучать и вместе смотреть. Да, очень круто все смотрится шейдерами. Это просто нереально классная картинка. И все довольно-таки оптимизировано. Так, пацаны, что вы видите в этой пиццерии? Тут можно свет клацать? Ну, нет. Клацать, кстати, нет. Серега, застрой проход. Так, дверь еще. О, тут... Так, не работает. А работает дверь? Оу, тут полноценная пиццерия рабочая, да? Калитка работает, свет включается. Офигеть. Так, давайте продвинемся сюда, посмотрим. Так, здесь должна быть столовка у нас. Да. Отлично, все по умолчанию. Так, а что в ящиках? Ну, пусто, чисто поржать. Так непривычно. У меня даже худ измененный на серый такой, очень приятный. Так, что у нас тут, а? Тут у нас аниматроники стоят. Два, правда. Во, они такие большие по сравнению с нами. Какие-то нереально. Пастыри какие-то. Ну, Серега, он добрый вроде бы. Провода сделана. Кстати, я скажу, что очень крутой мод. Мы скачали для вас. О, привет. А что тут? Здесь трупаки. Они что, уже мочат? А ты подойди близко, вплотную. А ничего не будет. Ах ты обманщица, я испугался, если честно. Нормально. Так, Серега, а что еще тут есть? Вот. Головы чьи-то. Воу, смотри, здесь какой челик стоит, красивый. Так, он еще нет? Нет, все четко. Блин, он настоящий! Серега, ёкало-манекало! А че я когда этот отворачивался, он на меня не агрился? Что за бред? Чё за звук? Это чё, Чика жила? Да. Офигеть, ты чё? Ненормальная что ли, Чика? Она живая? Она агрится? Не знаю. А ну, давайте отвернемся. Все вместе отвернитесь. Нет. Отворачивайтесь, сыкуны. Нет, она его захавала, Димас. Ну, она что, выхавает? Да. Бей. Нет, я думал, она его схавает все-таки. Я думал, что она можно просто... Она схватила, ничего нельзя сделать. Получается, если ее лупашь, она бросает. Оф, замочили ее. А что у нас тут? Фокси должен стоять. Фокси, вылазь, подлый трус. Опа, Фредди ржет. Офигенно, даже звуки оригинальные наложены. Смотри, убили и Фокси, вы что, ненормальные что ли? Я иду в офис, ну нафиг. Так, это свет включить, пусть работает свет. Ого, насколько. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Если ролик соберет 1000 лайков, мы запишем еще ролик по Майнкрафту. Также самое интересное, как вы любите. Ну ты жопа. Опа, классно, что я тут спаун себе поставил. А я могу закрыться? А вы не проверяли, открывают они двери или нет? Пингвин. Кто это? Птица-пингвин. Дикий пингвин. На трех лапах. Тоже не мотроник какой-то. Опа, он дамажит, наверное, тоже. Ого, что-то очень много. Давайте у меня стали стоять. Стремновато. Давайте худ подрубим, чтобы никнеймы видеть хотя бы. Серега, а ты где? Я тут, Димас. Тут это, Фредди, походу. О, у тебя это, классный скин. Спасибо. Прикольно, мне нравится. Подходит твоему нику, Робби. А чё этот Фредди, он живой или нет? Вот, блин, он же был не настоящий.
Прикольно сделали по-своему скримеры. Ого. А это что, спринтрап? Да. А сколько вообще аниматроников у нас получается? Скачали мы. Виктор Кошак. 12 или 13. Ого. Ребята, давайте, если хотите, напишите в комментариях, мы сделаем обзор на этих аниматроников. Прям полноценный, да, Серега? Да, можем, спокойно. У них же у каждого свои способности разные. Ого, он фигачит. Дайте я его тоже побью. Вы так бьете его, и меня хочется его побить. От жопа, бейте, 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 он меня сейчас сожрет. От жопа. О, убили. Блин, спринтрап схватил. Вот ты жопа. Офигеть. Убью. Какая-то пиццерия стрёмная. Зашли сюда прогуляться. Он не агресса, он не агресса. А кто там, кто там? О, баллон бой. Прикольный челик. Димас, Димас, пошли в бухту пошли. А чё за бухта? Зайди в бухту, давай, 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 давай. О, зайди, так полы зайди. Прикольно отражаются. Пока. А чё пока? Ничего не пока. Это ловушка. Они не могут телепортироваться или могут? Мы просто, я не знаю, вы их просто лупашите. Маринетка должна, походу, тпхаться, может быть. Ого, их сколько. Слышь ты, чё стоишь? Эй-эй-эй-эй, не хватай. Можно, кстати, назад нажимать и отходишь. Вот смотрите, назад жму. Ага. Это не работает так. Это так не работает. Ого, так тебе... О, я вырвался. Чё, может, давайте это, мечи возьмем? Есть мечи? Серега, дай меч какой-то мощный. Нифига себе их лупашат. Опа, лопата. И что это за кренделя? О, крючок. От Фокси. Я сейчас зафигачу. 7 мечи. Ага. А ну иди сюда. А я могу... А, получается крючка не видно, я могу бить, если F1 нажимаю. Круто сделано. Откуда это ты, падла, взялась? Нифига себе она мощная. Офигеть. Спамнятся и спамнятся. Я, короче, валю наш офис, закроюсь там, посижу. Ах ты жопа. Не дает мне сделать это. Так, надо обойти. А тут нема вентиляции такого? О, Серега. Да. У меня есть кое-что. Ну блин, тварь. Жопа! Ну блин, тварь! Ну блин! А. Я ее запомнил в лицо! Серега, дай динамита, будем динамит, короче, и поджих мне дай. Сейчас я покажу, что надо делать. Это же, вы думаете, что только в Гаррисмоде можно взрывать? Димас, держи. Только в Гаррисмоде думаете, можно взрывать? Можно и здесь все взрывать. Так, давайте начнем не с офиса, а офис оставим. Давайте начнем отсюда взрывать. Где эти подлюки? Я хочу их повзрывать. Я всем дал, я всем дал. Давай, взрывайте. Все, подрывайте часть, сразу все не надо. Частями будем взрывать. Ах ты жопа, мне жопа. Взрывайте. Ого. Офигеть, что творится. Офигеть, надо валить. Давайте отсюда посмотрим, динамит сейчас взорвется. Как с шейдерами вообще будет взрыв идти? О, прикольно. Дождь пошел. Ого, их сколько внизу. Надо активировать динамит как-то. Во-во-во, пошло, пошло, пошло. Ой-ой-ой, даже лужи появляются. Офигеть. Это было жестко. Хороший шейдер скачали. Даже лужи, представляете, есть? Смотрите вдалеке как. Вот сейчас вот вообще не похоже, да, на Майнкрафт? Ну просто круто смотрится. Просто отлично. Опа, пошло, пошло. Ребята, мы, как всегда, в своем репертуаре любим повзрывать пиццерии. Ого, я свалюсь сюда лучше. А как его активировать? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, красиво смотрится. Вот это мы расфигачили. Кстати, хочу, ребята, сказать, что этот... У нас еще на этой карте есть пиццерия FNAF 3. Идемте туда, ее взорвем тоже. Просто так. Просто я не...
Такое ощущение, что у меня RTX подрублено. Отражается очень круто все. Смотрите, как классно смотрится. Мне вообще непривычно, что в Майнкрафте такие моды допилили. Идет очень оптимизировано все. Не лагает. А кто-то играет с шейдерами сейчас или нет? Я тоже. У тебя тоже отражается лужи меч классно да, так? Да. Это реально круто. Хочется просто стоять и наблюдать. А можно солнечную погоду резко залупашить? Да. Так, это пиццерия FNAF 3. Давайте перед тем, как взрывать, мы зайдем в нее вовнутрь. А, ну уже поздно. Ха-ха-ха, ну нормально, мне нравится. Ой-ой-ой, сейчас упаду в яму. Вот это мы оставили пиццерии, ничего. Эй, я буду все взрывать. Не мешай взрывать новые динамиты. Смотрите, как свет рассеивается. Вообще не похоже на Майнкрафт. Просто не похоже. Ну чё, будете бахать? Давай бахай, это тебе. Твоя задача. А у меня нет этого поджигателя. А, уже есть. Ну-ка, давай. Погнала. Сейчас будет мега взрывчик красивый. И я, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!